565 первоклассников поступило в школы Ленского района в этом году. Все они, как и остальные учащиеся, с 1 сентября приступили к занятиям. Школы встречали учеников торжественными линейками, каждая готовилась к ней особенно. Чем запомнится первый день нового учебного года, расскажет Олеся Васева. На 50 первоклассников больше, чем в прошлом году. Это два дополнительных класса. Всего 565. Вчерашние дошколята уже ученики. Взрослой жизни они не боятся. Я чувствую, что как будто у меня все будет хорошо, отлично. Я буду стараться, буду умной. В этом учебном году в ленских школах много нового. На базе первой в День знаний открыли профильный класс компании «Роснефть». В нем продолжат обучение десятиклассники, которые пожелали в дальнейшем обучаться профессиям, связанным с добычей и переработкой нефти. В России таких классов 96, в более чем 40 городах и населенных пунктах. И, наверное, не случайно, что первый в Якутии «Роснефть-класс» открывается в городе Ленске, который по праву может называться нефтяной столицей республики. За хороший аттестат компания «Роснефть» может поспособствовать получению высшего профильного образования, а потом даже трудоустроить. О высшем образовании на линейках уже задумываются и те, для кого этот год в школе последний. Мы уже прошли этот тяжелый путь, так сказать, что мы практически готовы уже для сдачи экзаменов, что мы готовы выпуститься, достойно показать наши результаты, которым мы обучились. И с другой стороны, тоже не хочется разлучаться со школой, все-таки это что-то родное уже такое стало. Общий праздник для всех учащихся прошел на площади Ленина. Масштабнее торжество, больше подарков. Отличились газовики, предприятие «Газпром Трансгаз Томск» подарило автобус. Новый автобус поступит в распоряжение Центра дополнительного образования СРГ и будет возить детские творческие коллективы. Праздник продолжался целый день. Дети успевали насладиться солнцем и свободным временем. С завтрашнего дня его будет очень мало. Начинаются уроки. Олеся Васева, Дмитрий Вельчевский, Руслан Кириллов, Виталий Андреев. Телеканал «Алмазный край».